Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди, у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Віталій Михайлович Філін, голова Миколаївського клубу мандрівників та засновник туристичної фірми «Хантенгрі». Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Виталий Михайлович, ну, собственно, традиционно, когда мы встречаемся с вами в этой студии, мы задаем вопрос о том, мы говорим о том, что на данный момент Николаевский туристический клуб, клуб путешественников, предлагает, собственно, любителям активного отдыха, Николаевского и не только. Какие программы сегодня реализовываются, что делаете? Начиная с весны, мы очень продуктивно сотрудничали со школами, предприятиями. И у нас такая программа идет «Познай Николаев», «Непознанный Николаев», «Непознанная Николаевская область». Очень интересно, я даже увлекся краеведением, потому что наши глубинные корни, кто тут жил и что оставил после себя, очень интересно, кроме мусора. Человек, который исходил всю Николаевскую область и Украину, и даже больше вдоль и поперек, теперь говорит, что... Да-да-да, оказывается... Я как-то бывшему губернатору сказал, смотрите, римское дерево кусочек осталось, а наши николаевские дороги до сих пор рушатся. В том же состоянии, что и римское. Что и римское. Ну, и что? Вот. И очень подкрепленная тем, что мы предлагали, очень многие школы, очень многие предприятия откликнулись на это. И, как говорится, пошли к нам на экскурсии посмотреть некоторые места, которые очень достопримечательности. К сожалению, наши достопримечательности сейчас туристы хлынули туда, а не упорядочены, будем говорить. Вот Актовский каньон, я буквально недавно там был, и довольно массовый народ, неопределенный, где можно пройти, где нельзя пройти, получается довольно неприятная картина туда. В данный момент иностранцев даже близко подпускать нельзя, надо чистить, будем говорить, после людей. Мы рассматривали места, которые в Николаеве очень много, это эзотерика, это места силы. Люди, оказывается, тоже любят ходить по тем местам, где места силы. Или мы предложили, вот есть университет в Одессе, не для николаевцев, говорится, а для одесситов, и возили их в Богдановку. Они, это холохост, они посадили деревья, приживутся нельзя, но они очень отнеслись с таким пониманием, это мы переправили их, показали. Вместе с тем они участвовали в активном, как говорится, отдыхе, это и скалолазание, но для нас это было непривычно, потому что девушки там должны были в юбках и в брюках, мальчики отдельно, девочки, у нас это не принято. Это специфика той национальности, которая там была и хотела посмотреть. Они говорят, мы наконец-то от ресторанов хотим послушать и посмотреть активный отдых, как это им очень понравилось. Это вот такое буквально нас каждую субботу, воскресенье. Мы делали экскурсии еще в обсерватории, старая обсерватория. Люди очень приходят вечером посмотреть на звезды. Люди, ну вот квест по БАМу, да, там интересно, одесситам от Дерибаса, от дома Дерибаса, который, к сожалению, не совсем отремонтированы, и до сердца Николаева. Студенты, я видел, как помыли хотя бы один бюст одного адмирала, все адмиралы. То есть, несмотря на то, что у нас удостоверения такого нет, хотелось бы, чтобы 61 завод открыл нам двери, показал старое судостроение, как делается это на Западе. Вот это «Познай Николаев» нас очень, катакомбы бренда, говорим о брендинге, бренд был бы катакомбой, но каждый боится брать ответственность на себя, пустить людей в катакомбы. Я смотрел, их надо чистить и показывать людям. Что я прошу прощения, когда вы говорите, что вы смотрели, с вашей точки зрения, учитывая всю легендарность, собственно, всей этой истории, это что, остатки старого водопровода, либо что? Нет, есть места, где действительно есть самокопы, то есть делали катакомбы, и потом люди делали подкопы, как подвалы, входили в этих... я считаю, как и Каспер, да, вот старый Николаев, когда-то у меня был такой музей, что в Николаеве существует несколько ярусов катакомб. И это определяется просто такими, вот у меня знакомый, я ходил сабли турецкие, да. Верхний ярус катакомб, это фортификационный, как
говорите, это самое, водопровод. Это, ну, вот некоторые ребята, Садко, да, спускался в Дофи. Я считаю, что это тоже мог быть, так сказать, брендом Николаева. Или, ну, вот 61-го, завод 61-го... 61-го коммунара. Рядом есть стена. Я предлагаю на этой стене, мы лазим там, да, давайте ее покроем и сделаем скалолазание для всех, как это делало, например, в Харькове. Они поставили памятник большой Высоцкому, а с обратной стороны сделали скалодром для европейского типа. А мы можем использовать наши возможности и сделать там те мероприятия. Ну, к сожалению, там юридические какие-то моменты, и люди в советском могли бы с детьми и сами попробовать свои силы. Я прошу прощения, стена, она, собственно, это же городская, наверное, собственность? Это не, она завод, или... завода. Она к заводу имеет отношение. Да, да, она к заводу. И земли возле переходной дорожки, мы там участвовали в фестивалях, вы говорите, вот в Николаеве, Чистый фест был там у нас, общегородской, и мы там возле дорожки до стены, вот, к берегу Буга, сделали типа небольшого веревочного парка. У нас очередь выстроилась. Мы показывали, дети вообще лазить любят. Да и взрослые мамы с папой хотели попробовать себя там троллеи, переправы. Это сейчас модно и сейчас очень востребовано. Мы даже на День города, если удастся, сделаем такое на Соборной, чтобы... Даже во главе с губернатором какая-то команда пролезла, показала на Советской прямо свое мастерство. Мы имеем подготовку, да, большинство, я вот обратил внимание, у нас есть парки, там, но там не подготовленные люди, там просто все это на лезвие ножа, и все-таки там узлы, там страховка. Высота определенная, да, страховка должна быть. Да, там молодежь, все там, я понимаю, но все-таки какая-то сертификация, как гида-проводника, вот я сейчас по институтам прошелся, пытался набрать студентов, научить. Гид-проводник – это царь, это диктатор, это вот идет группа, он отвечает за всех, да, вот я привык так уже много лет, если я руководитель, я отвечаю за жизнь и здоровье человека. И мое слово для всех остальных закон не обсуждается. Ну и что, отзывается современная молодежь? Собственно, очень плохо. Тема гидов-проводников каждый раз вы ее поднимаете, да, когда приходите в эту студию. Ну да, я еще раз поднял, потому что я немножко перескочу. Это самое, Анна Ильинична Каськова подписала письмо всем институтам. Я свои старые ноги побил по всем вузам. Все пообещали, и 4 человека прошло. Ну, я говорю, я же на благотворительность, я не буду требовать денег на обучение, все просто организовать команду любителей. Некоторые говорят, а зачем молодежи это, активные виды отдыха? Зачем вообще нам здоровая молодежь, да? Вот дискотеки, ночные клубы, наркотики, пиво, вот это нужно молодежи. Мне как-то один из руководителей политической, так сказать, уклона молодежи сказал, а нам не нужно это дело. И я сейчас вот если принимаю студентов, да, они практику у меня проходят, особенно институт культуры, да, они записываются. Я молодежи, ну, говорю, а вы знаете Визбора, да, вот сейчас часто мелькает, Юрий Визбор. Не знаю. Я говорю, как не знаете? Для меня это нонсенс. Ну, говорит, вы Виталий Михайлович Советского Союза, вы, может, знаете. А я говорю, как не знаю? А как же, ну вот, не знаем и все. Я тогда им говорю интересную вещь. А вот вы слышали 17 мгновений весны, хоть кусочек, видели когда-то? Ну, 18, говорит, мелькало, видели. Борман, говорю, это Визбор. А говорю, а теперь я вам задам такой вот... Понимаете, я хочу сказать, что и раньше ходила походы, я перебьюсь немножко, ходила подготовленная молодежь. Нам приятно было с художником сидеть, там, с кандидатом физико-математических наук, он рассказывал о своих профессиях. А когда сядешь и, может, ко мне не доходят люди, которые не хвастаются своей профессией, да, они, я считаю, что это... Я вот задавал им всегда, помните песню, да? «Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишь я с тобой?» О, эту песню мы слышали. Так же написал Визбор. Вот это такая... Я представляю себе туризм. Знаете, есть такое, я всегда говорил, что туризм спасет мир. Потому что мы общаемся, мы познаем друг друга, да, кто мы и что мы,
И в результате, я думаю, что никаких противоречий между людьми не должно быть. Если хорошо, возвращаясь к нашим реалиям, менее романтичным. То есть разрабатываете тему, ну, скажем так, в таких вот походов, либо таких ознакомительных экскурсий здесь непосредственно по городу Николаеву. По городу Николаеву и Николаевской области. Да, да, да. Что еще? Ну, собственно, лето еще, это период, когда люди тянутся массово к воде, к морю. Да. Ну вот сейчас я хочу сказать, я вот рассказывал, сейчас где-то, ну уже время, сегодня дата, начало, фестиваль бардовской песни на косе. Кимбургской косе. Да, на Кимбургской косе. И меня представили, я там пришел, там это «Белая ворона» наша знаменитая. Вот, представил, я им начал рассказывать о Кимбургской косе. Так они заслушались, перестали петь, говорят, история, понимаете, история, люди хотят знать, и я чувствую, что там публика такая, которая соответствует моим пониманию. Вот фестиваль бардовской песни, это интересно, да. Мы в фестивале, который мы еще проводим, походы, сейчас их называют. Я прошу прощения, вот сейчас на Кимбургской косе достаточно большое количество лагерей. Есть ли там, скажем, лагерь, в том числе поставленный вами? Есть. Туристических лагерей, палаточных? Да. Мы там назвали его Кимбернектив, то есть мы две линии всегда. В июне мы проводим линию по Бугу, да, вот там очистка, дети собирают грязь, все, знаете, такое. Активно участвуют в изучении природы и изучение растения, как они жевали, им сказали, вот это растение можно есть, да, школа выживания. Они полдня жевали это растение. Ну, там опытные люди, которые рассказывают, как и что можно, какое лечебное, как надо убрать мусор, защита. Сейчас мы это пытаемся сделать и на Кимбере. Мы еще проповедуем поход, это тренинг, а лагерь это тоже, это тимбилдинг, это тоже команда образующая. И дети очень, я очень удивлюсь. Вы детей возите сейчас? Да, да. Да, в основном детские дети, лагерь, да? Они благодарные. Дети 10 лет, он смотрит на тебя влюбленными глазами, хочет познать этот мир, и он с удовольствием драет котел. Я говорю, что ведь мы не просто лагерь, мы программа. Значит, если ты должен помыть за собой тарелку, постирать у себя, и вместе с тем помыть котел, где тебе сварили. Но девочки бегают обязательно помидорки нарезать, да? Вот мамы, видно, не давали. Но самый прикол был, мы в Вайбере делаем для родителей, чтобы они смотрели, как на их дети. Мама пишет, почему мой ребенок один в красном носке, а в другом в зеленом ходит, видит на фотографии. А мне понравился ответ инструктора, говорит, мамы, отстаньте, они от вас удрали, и так, убежали, и хотят полностью насладить. У него была мечта ходить в разных носках. Как же формируются группы для того, чтобы удрать от родителей? Да они просят маму, вот туда мы хотим. Мы не хотим Артек, мы хотим туда. Хотя их там заставляют. Если ты неправильно сказал, их заставляют приседать. Ну, физическая нагрузка. Торжественно было вот недавно, мы проверяли, ну, курить там вся эта самая, нельзя, палатка горит быстро. И лес рядом. Собственно, да, лес, да. Да, и, а палатка это жаркое, да. Ну, и вот нашли у одного там окурок, может, он не курил, и все. И торжественно устроили похороны бычка Бычковского, да, это такой фильм был. Музыка такая играла, яму выкопал тот виновник. Насыпали, поставили памятник и написали. Кто работает сейчас в этом лагере с детьми? Насколько подготовленные люди? Люди, ну вот старший у нас, он мастер спорта по гребле. Это заканчивает пединститут. Мастер спорта, сборник по гребле. Работают психологи, социальные, психология. Работают ребята культурно-массовые развлечения. Обязательно детям наше всякое культурно-массовое развлечение. И дети, ну, самое большое нам благодарность, когда дети заставляют родителей, чтобы приехать второй раз. А какая продолжительность заезда? 10 дней, да? Да. А представляете, 10 дней, мама говорит, ну, хоть на один день отпустите, чтобы мы их помыли. Потому что королевская ночь существует, как мы не боремся с этим, это размазанные под дикарей дети, вымазанные. И когда они приезжают домой и такие вымазанные, то родители хватают и бегут в ванну сразу садить, если это 10 лет. Но я считаю, что это первый этап знакомства с жизнью.
жизнью. Вот, они в зоопарке, на Кимбере зоопарк же есть, да? Волка покорми, там есть старый волк, там экскурсовод змей показывает, полозов все они берут. Дотронуться до этого самого, до живого мира. Они не злые дети, они не злые. Это мы делаем их злыми. А они не злые, они идут, ты сказал, они делают без всяких, даже с удовольствием. Вот я просто говорю, это вот у нас такая, и походы, походы. Вот сейчас возвращается группа с Норвегии. Они, те, кто имеет больше денег, отправляются, тем более без виз, отправляются в другие страны. Мы должны изучать мир. Я считаю, что это даже это не спортивные, это трекинги. Вот мы собираемся в трекинг на Карпаты. Западная Украина интересна нам. Потому что там, ну вот, если Мукачево, там венгры, директор там, базы, который нас спрашивает, готовит мастер-класса венгерской еды. Если мы сделаем мастер-класс, из ракушек лепят там дети и все остальные примеры, там очумелые ручки, они с удовольствием занимаются. То там в Венгрии, вот венгерская территория, ну, бывшая, там Мукачево, все, то тоже интересно, там зачарованный мир. И мы тоже собираемся... А с какой периодичностью формируются такие группы? Ну, если мы, например, говорим о территории Украины. В зависимости от погодных условий. Вот самые лучшие Карпаты, я считаю, уже много лет, как говорит, ты говоришь, исходил, это конец, середина августа, начало сентября, когда нет дождей и полно ягод. Будем говорить, черника, малина, там все выше и выше поднимаешься. И смырека это еще не весь лес вырубили, и смырека еще смотрится. Такой грустный юмор, я так понимаю. Да. То есть, если мы говорим, скажем, о таких вот походах по территории Украины, то непосредственно сейчас, я так понимаю, идет комплектование. Да, в сентябре, вот сейчас, да. Пока тепло. Если в Турции, вот мы собирались на Ликийскую тропу, тоже история, все... то ее, конечно, конец, начало октября, ноябрь, когда вода в Средиземном море плюс 25 и не так жарко, то посмотреть культуру другой стороны, это очень интересно. Очень интересно. Я же говорю, что люди, которые интересуются культурой, это не просто напиться, будем так говорить, а почитать стихи даже. Вот я приглашал пенсионеров, я сейчас приглашаю пенсионеры, которые не заняты, давайте ходить в походы, давайте на день-два. Вот как говорит он, я не могу в палатке спать, давайте в гостиницу, в Южноукраинской, в Мигее. Сейчас мы строили, там, где бизнес, сразу появляются гостиницы, где много людей, правильно? Ну, там, говорят, сейчас паломничество, да. Лето, люди едут туда. А воды нет. Вы больше рассказали про Актовский каньон, да. И что там происходит. А воды нет. Вот мне был природоохранный, там она книжку пишет, есть у нас Дом природы. Она говорит, что Первомайск, с ее слов, я не видел информации, было одно время, не хватало воды, чуть ли не с Кировограда питьевой воды. Буг можно перейти. Ну, это огромная проблема, действительно. Это очень проблема. Южный буг настолько зарегулирован, и он, собственно, зарегулирован. Ну, делаются попытки и здесь у нас в Николаевской области очередные, но выше по течению он зарегулирован до такой степени, что сюда действительно вода к нам не приходит. Да, ну, какая культура в Бугском гарде? Тут, я говорю, вот сказали мне, ну, места силы, я сейчас поеду, посмотрю, как это влияет и как это интересно. А то, что там у нас есть радоновые источники, а там, что у нас есть, вот нашли котел медный, еще кельтская культура. То есть настолько он интересен вообще для... Я считаю, что Бугский каньон интересен для всех людей мира. Мира, не только, вот там и поляки были, и турки были, и границы были, и казаки, и орлики, и серко, и все это там, Роксолана, легенд. Все люди, пока что это люди рассказывают старые, мы всегда слушаем интересные легенды. Но я, собственно, вы этой проблемы выше коснулись, эта проблема действительно существует. Большое количество людей, которые сегодня посещают вот эти такие, ну, действительно уникальные уголки Николаевской области, ну, они на самом деле вытаптывают их, просто физически вытаптывают. Для этого надо делать немножко, вот сейчас как будто должен быть грант Евросоюза, да? Они как, вы помните, Чайка организовал клуб черноморских городов? Вот по этой системе как будто что-то мелькнуло, да? О том, что надо сделать, и я даю согласие, маркировку троп. Ведь в любом заповеднике заповедник не может быть только для ученых.
да, вот там, он должен быть для людей. Да, вот заповедники не будут существовать, если не будут туристы ходить, да, как ну, в Америке, в Европе, даже маркированная трасса, четко рекреационные участки, четко поставленные урны, где вывозится все, и ничего не вытоптается. Если туда нельзя, вы рассматриваете, стоят трубы эти подзорные, вы смотрите на этих птиц, сапсанов там и всех остальных. Если такое сделать, не вытопчат. Ну, не хватает... Ну, я говорю о том, что есть сегодня, на самом деле. Но сегодня сейчас, да, плохо. Плохо. Будем так сказать честно. А людей больше, намного больше. Я встречал по Бугскому гарту поход, да, шли, идут очень много людей. Крым. Туда, куда они ходили, не ходят. А интересный Харьков, Днепропетровск. Все там, поезда в Южноукраинск приходят. И очень много людей. Даже, ну, с точки зрения Мигей, хоть там как стали строить эти коттеджи, вот, там как-то начинают приводить это в порядок. Но все равно, вот задал вопрос, я был в Киеве на туроператорском таком, спрашивают, а туалеты? Ведь человек кушает, и обратный процесс. Вот, там неприемлемо сельские туалеты, там неприемлемо. Так же, как и на Кимбуре. Кстати, мы говорили, когда-то закрыли пионерлагерь Таврия из-за этого, вот, давным-давно. Значит, на биотуалеты пока что дорогие. Вот. А ну, я думаю, что нацпарк или кто-то берет деньги, там есть рекреационный сбор, они должны ставить туалеты. Ну, на самом деле, если мы говорим о таких вот уникальных уголках Николаевской области, которые могут быть привлекательными, являются привлекательными, собственно, как для Николаевска, да, так и для жителей Украины. Для жителей Украины очень много. То вот эта вот разумная грань между эксплуатацией этих уголков и, собственно, тем и сохранностью этих, да, уголков, она вот, к сожалению, немножко сейчас страдает. Если мы говорим, собственно, об организации вот этих инициатив, о которых вы говорили выше, какая-то помощь органов власти, какое-то взаимодействие с органами власти у туристического клуба есть? Или пытаемся. Как эта работа налажена? Вы знаете, я очень благодарен экологам Николаева. Они выделяют, я когда-то и с американцами имел дебаты, они говорят, вот действия, когда они грант, не грант они когда-то давали, там, 8 тысяч долларов, приехали, посмотрели, все, говорят, нас не интересует сознание, а вот что вы сделали руками. Я, например, с этим его трактовкой не согласен. Пока мы в детях не заложим, ну, начиная от детей взрослых, что выкинуть бумажку, выкинуть бутылку, это плохо, то очень ничего мы не сделаем. Вот экологи подошли к этому вопросу. Да, дети очищают источники. Вот мы проводим, да, экологическую стежку, вы сказали. Я хочу и вокруг Николаева сделать. У нас же много лесных массивов, Николаева, Никогород. Дети очистят. Не просто акция. Не просто акция. А именно вот такое постепенное, что можно приехать домой ночевать, не обязательно в палатках. Это самое, сделать такую стежку, и Николаев, как можно как с воды, так и по зеленым массивам, очень хорошо сделать. Ну и хорошо, вот скажем, если вы с этой инициативой обращаетесь к городской или областной власти, находите поддержку? Вот только экологи. Экологи дают на детях какую-то сумму денег, дальше добавляют. Мы же не просим все. Ну, вот, я считаю, мое мнение, если кто-то просто, ну я понимаю, что есть бедные очень, и люди, и просто бесплатно никому ничего давать нельзя. Есть какая-то часть, вот как гранты пишутся, да? А что вкладываете вы? Да? Вот говорят, а что вкладываете вы? Мы дадим вам грант, вот. А остальное вы вложите. Так мы подошли, и иногда к этим грантам там дает, кто там, ЭКО, фонды там, все дают какие-то деньги. А мы говорим родителям о том, что вот, благодаря этим людям вы платите вот столько. И всегда найдутся люди, которые соберут, зная, что это ребенку нужно, и дадут деньги. А за этот счет мы тогда, будет не 30 человек, да, 40, а будет 80, 100, пройдут такую систему. И главное то, что у нас вожатые инструктора очень высокой квалификации. Они природоведы, они краеведы, они географы, они любят детей, и если делаем элементы школы выживания, то они с удовольствием рассказывают, как сделать шалаш, как перейти речку, как
остаться живым в данной ситуации. А какое количество у вас сейчас таких подготовленных инструкторов работает с вами? Ну, человек 10, наверное. А идет молодежь, проявляет интерес? Пытаемся. Ну, я не могу сказать, очень сложно. Все всегда ссылаются на то, что времени нет. А потом спрашиваешь, я пришел в институт один из вузов и говорю, ну, профсоюзы, сколько у вас, я знаю, что у них деньги есть, ну, членские взносы. А, говорит, не дадим студентам этим. Почему? Потому что, говорит, они говорят, на ночные клубы больше тратят. А чего мы будем давать им еще на такой поход? Хорошо. Я открыто говорю то, что у меня это самое, с чем я встречаюсь. Все то, что я предлагаю, все отвечают да-да-да, это интересно, это хорошо, а дальше. Ведь не войдя вовнутрь института, я внешний, а внутри кто-то должен быть инициатор. Пока есть внутри, значит, такой. Немножко о планах. Ну, собственно, традиционно в сентябре там у вас традиционно проводились соревнования по технике горного туризма «Памяти товарища», и там в какой-то момент это все трансформировалось в некий фестиваль «Отдыхай активно». Что в этом году? Планируется ли что-то подобное? Конечно. 23 сентября мы планируем. Просто это 45-е. Мы держим на энтузиазме, иногда помощь идет от администрации, там автобусы или что. Хотя сейчас эти, ну, активные виды отдыха требуют снаряжения. Вот. Тоже вкладываем и свое, и где-то покупают, нам дают так, благотворительность. Но я считаю, вот я сейчас хочу и в Фейсбуке написать, чтобы все приняли участие, потому что, ну, там и соревнования памяти товарища, да? Мы сейчас фотографии там выступаем. Ведь туризм в городе Николаеве, да все, вот у нас есть фотография, 1942 год, и Николаевский кораблестроительный институт, находясь сейчас иначе на Пржевальске, заготавливая дрова, вместе с тем сделал восхождение и назвал пиком НКИ. Да? И, ну, я так, может, пафосно, да, от романтики скажу, что души тех ребят, которые ушли по тем или другим причинам, и в горах, и уже возраст, они остались с нами, и их надо помнить о них. Они все-таки любили песню бардовскую, да, и такую, любили свои профессии, и любили природу, экологию. И поэтому мы это проводим. И я хочу, чтобы все откликнулись и, так сказать, помогли в мероприятии. Особенно, я считаю, мое мнение, это должен обратить к молодежи, да. Без молодежи мы ничего, без детей. Районо имеет снаряжение, деньги выделяются. Я вот знаю, что там покупают веревки, покупают... Так просто человек не может, у нас есть немножко, чтобы одеть его, чтобы он попробовал скалу, как говорю, обнять скалу и попробовать свои усилия, то они должны, я считаю, что департамент образования должен полную силу, то, что мы тратим, а они с агитацией, чтобы их команды приехали к нам. Ну, а вы говорите по этому поводу, общаетесь с департаментом? Да, да. Письмо идет, но люди надо, чтобы, если рядом Южноукраинск, так только профсоюзы, а где школы, а где их, рядом спуститься, они даже не знают это место толком, дети и мы даем им все, и снаряжение, люди спускаются, впервые видят. Интересно, после наших соревнований, я не говорю о реконструкции, которые там проводятся, там и гладиаторы, и русская, и украинская, там переодевание, и бардовская песня, это досуг, будем так говорить. А мы им даем даже снаряжение, даже 5-летние дети. Если семьи, туристы приехали, и ребенок хочет полезть, там страховка, он хочет потрогать скалу. Каска, страховка, фотографии на память. Это очень... Ну, приезжает Снегиревка каждый год. Почему-то в Снегиревке есть. А Арбузинка, Первомайск... Хотя почему? У них вообще рядом, да? Вообще рядом. Мне это аж... так самое. Я думаю, что Кондратьев, да, замгубернатора, он ответственный за это. Да. Должен как-то сказать им, пожелать, чтобы они приехали. Тогда они мне сказали, если нам напишет администрация, мы приедем. Я говорю, у вас же снаряжение есть. Почему дети получат море удовольствия? Вот такое... Хорошо, если у кого-то из наших зрителей возникла необходимость уточнить какую-то информацию, присоединиться к какой-то из групп, которая изучает родной край здесь у нас в Николаеве, либо ходит
по Украине, либо, может быть, выдвигается за пределы нашей страны. Как вас найти, где к вам можно присоединиться? Наш адрес Дунаева, 39, это где областная стоматология, это весь дом, возле физдиспансера, наш любимый для спортсменов, помещение, где нам дают врачебные заключения. Вот. И Дунаева, 39, этот дом. И написано «Хан Тенгри» или «Клуб путешественников». Мы всегда и виртуально, и принимаем со всеми программами, со всеми предложениями, которые идет на пользу человека, там экология, спорт, соревнования, изучение что-то. Пускай они на природе уроки проводят. Или сейчас вот, живая школа, это родители с детьми. Это очень интересно. Иногда мы называем мамчин-тур или что-нибудь такое, родители с детьми. И вот в Турцию у нас три, не знаю, ребята пошли, три семьи. Там дети, 2-3 ребенка, и мама, папа, они по Ликийской тропе прошлись. А очень много ходят по нашей территории. И пенсионеры. Почему пенсионеры сидят? Я сам пенсионер, я с удовольствием поведу их в какой-то район, покажу, даже там, где дорог нету, как Еланинская степь, или Пелагеевский монастырь, там, с Киевским курганом. И главное, в эзотерику, да? Сила жизни. Мы подойдем к кургану и посмотрим, как даст он силы им подняться дальше. Ну да. Эзотерика. Виталий Михайлович Филин, голова Миколаївського клубу мандрівників, засновник туристичної фірми «Хан Тенгрі», був нашим гостем, відповідав наші питання. Дякую, все найкраще. Успіхів вам. Спасибо. До побачення. До побачення.